А что дома от него говоришь? Что дома плохое, да? Это зло или ведьма? Это зло или ведьма? Так, да. Короче, смотри, теперь самое интересное. Порча. Начинается в каком плане? Тебе нужно будет загадать или желание, да, сбудется, не сбудется, или вопрос, на который можно ответить либо да, либо нет. Вслух не обязательно, просто загадай. Как только скажешь, что я объясню, почему все это. Да. Загадал? Или желание? Желание, да? Или желание, или вопрос. Ты выбери. Что ты выбираешь? Ну, скажи, я загадал там желание. Я загадал. Окей. Да. Сбудется, не сбудется. Да. Теперь смотри. Сейчас будем выбрасывать карты, соответственно, по три штуки. Отланится. Смотри, я сейчас объясню. Какой это смысл? Сейчас будем выбрасывать карты, по три выкладываешь, одинаковые, смежные, они нивелируются, так скажем. Вот. Если останется нечетное количество карт разных в конце, нечетное, запомнил, понял? Это ответ «да» или «желание сбудется». Если четное, кратное двум, то «нет» или «желание не сбудется». Понял, да? Угу. Суть. Ну вот, в общем-то, все просто. Так. Значит. Ну ты, понятное дело, всегда в раскладе остаешься, поэтому... Короля Бубнова не трогаем в данном случае. Так, что тут? Ну, это опять же, я тебе говорю, на 8 дней ближайшие. Как у меня, я не на знаю. 8 или 20? На 28, на 28. Да. На 28 дней. Что-то есть, хоть первый кур вытянется. Ну, как видишь, у тебя затягивается процесс вот этого вот твоего, типа как рутинный такой, знаешь, у тебя это, ну, напрягает тебя эта ситуация, одни и те же повторяющиеся какие-то условия, вот, и, как говорится, на манеже те же, исход не так близок, как тебе хотелось бы. Ну, видишь, как ты, это следом этот король, так, блядь, хоть что-нибудь вытянуть. А, ну вот смотри, сразу же это первый фон, что у тебя выходит? У тебя выходит, уходит от тебя разговоры новые и, соответственно, с крестом человек. Ну что значит уходит? Или этот разговор состоится, или он просто не состоится, потеряет для тебя значимость. Это уходит. Хорошо, так, дальше что там еще у нас было? Так, соответственно, уходит одновременно... слезы, свидания. Возможно, свидание состоится, плакать не придется. Вот. И уходят хлопоты твои и связанные с червом человеком. Это прям вот события так плотничком пойдут, я тебе скажу, после затяжного такого периода. Так, дальше потом. Этот интерес крестовый, прям вот занимает тебя какой-то крестовый человек, или дама, или мужчина. Ну, крестовый человек, это же, блин. Ну, крестовый человек, это типа кто? Это типа того, что тот, у кого уже есть свои дети, это раз, старше 40 лет, вот это, возможно, темные, темноволосые, иногда это еврей. Иногда. Вот, ну, такой. Возможно, волосы кучерявые и короткие. Ну, вот у меня так, ну так, у кого как других раскладов, это тоже. Опять, блин, расклад. Опять у тебя ты там, вот как только у тебя прям. Знаешь, вот сначала так вот медленно-медленно, потом какой-то событийный взрыв, потом опять, блядь, затишье, вот как вот так вот примерно. Но это на ближайшие 4 недели. Такой, знаешь, по синусоиде. Вот это. Так, блин, длинный файл-то получится. Что тут у тебя? А, ну вот, смотри, дама и зло и ведьма уйдут. Это, ну, возможно, к третьему этому неделю. Или как уйдут? Ну, они в живых-то будут. Но от зла и ведьмы избавишься, вот это, а дама, ну, может, просто неинтересно с ним будешь ходить. Ну, вот уйдет из этой. Вот. Ну, с чем останешься, с ней не останешься верно.